Полезные для здоровья напитки и шейки. Добро пожаловать. Сегодня я приготовлю для вас особенные напитки. Меня зовут Лазло. Несмотря на то, что по профессии я бармен и специализируюсь на коктейлях, я также разбираюсь в тех напитках, которые сегодня вам продемонстрирую. Это так называемые здоровые напитки, содержащие в себе множество витаминов, которые так необходимы современному человеку для поддержания жизненных сил и энергии. Начнем с очищающего напитка, состоящего из моркови, сельдерея и винограда. Для приготовления напитков я буду использовать соковыжималку. Очень полезное приспособление, которое следует иметь всем у себя дома. Мы будем делать все по порядку. Сначала я выжал морковь, а теперь очередь сельдерея. Старайтесь покупать только свежие овощи. Чем свежее продукты, чем больше в них содержится витаминов и прочих полезных для нашего организма и микроэлементов, тем лучше. Вот таким образом. Теперь вкусный и сладкий виноград. Хорошо. Наш сок готов, осталось добавить в стакан лед. Для украшения мы используем морковь и сельдерей. Этот напиток способствует выведению из организма токсинов. Я советую его абсолютно всем, особенно тем, кто решил сесть на строгую диету и нуждается в предварительной детоксикации организма. Очищающий сок. Один крупный сельдерей, 300 граммов моркови, 150 граммов зеленого винограда. А теперь я приготовлю освежающий напиток из брокколи. Вы, наверное, слышали о полезных свойствах этого овоща. Примечательно, что в этом растении содержится почти столько же кальция, сколько в коровьем молоке. Я использую яблоко, брокколи и лимонный сок. Будет удобно порезать брокколи на мелкие части. Нас интересует все от стебля до соцветия. Еще немного яблока. Снова добавим брокколи. Повысим содержание кальция, укрепим костную систему. Замечательно. Я приливаю готовый сок ко льду.
Выжимаю в него немного лимона. Слегка украшаю. И наш освежающий напиток готов. Пейте на здоровье. Освежающий напиток из брокколи. 100 граммов брокколи, 2 яблока, лимонный сок, лед. Часто бывает, что мы поглощаем тяжелую, трудноперевариваемую пищу, и, к сожалению, это может иметь неприятные последствия вплоть до несварения желудка. Пожалуй, самым лучшим растением, способным решить эту проблему, является имбирь. Сейчас я приготовлю из него напиток. Нам потребуется морковь, ананас и имбирь. Я выжимаю морковь. Беру ананас. Разрезаю его на мелкие кусочки. И делаю то же самое с имбирем. Свежий имбирь обладает приятным ароматом. Жаль, что сидя перед телевизором, вы не можете его ощущать, ведь это того стоит. Но прекрасен он не только своим ароматом, а также благотворным эффектом, оказываемым на вашу пищеварительную систему. Так что пейте на здоровье. Имбирный напиток. Сок половины ананаса, 25 граммов имбиря, 1 морковь.